просто в шоке. Бой угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Взлетает красная ракета, бьет пулемет неутомим, и значит, нам нужна одна победа. Все будет нормально все. Одна на всех мы за ценой не постоим. Я не помню, я давал это анонс или не давал. Мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилено. Сомнения прочь уходят в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон от Курска и Орла. Так, да. Песенка, ваша песенка спета. Сейчас как начнем? Тогда сейчас нет. Не-не-не-не-не, это не я говорю. Это не мое. Окей. Опять оно, на. Штука. Штука, давай вставляйся в штуку. Во, вставилась в штуку, нормально. Так, это сюда, примерно сюда, сюда, бум-бум. Окей. А, еще чат говорят, да. Друзья, привет, сейчас. Сейчас как начнем? Перед день не заходил в игру? Не-не, заходил, ну как бы, ну вообще да, без вас играть в Хардстоун, это как изменять своей любимой, я не знаю с чем, с... Нет, если не заходить, как не заходить в свою любимую три дня, да, без вас. Как вообще, у меня не функционирует привет, уже привет, ничего. Привет. Меня уже ничего не... Нагибатор 1999, по-модному 1990. Третий месяц подряд. Спасибо большое за подписку, мы еще не начали, поэтому ты раненько ввалился, раненько зашел. Я хотел пацанам рассказать то, что без них уже и не играется в ХС-очку. Так. А чат будет сегодня? Вот он чат. Читаем традиционно первое сообщение, которое увидим по чату. Привет! Ну, какое-то скучноватое сообщение. Дедовский, дедовской стрим. Да, возможно. Окей, сейчас начнем. Вода есть, баклань целая. Помнишь ли ты лицо своего отца? Ну, это очень смешная картинка, я над ней очень долго смеялся по поводу того, что лицо моего, в смысле, мам, покажи папу, и она его в туалет отводит, и там дырка Glory Hole. Да, потихонечку начинать, потому что День Победы уже... потихонечку заканчивается, поэтому водка в наших сердцах потихонечку выветривается, и можно немного поиграть. Всем привет, друзья. Давай слоу-мод вкатим 10-минутный. 10-минутный слоу-мод. Ну, конечно, да, 10. Всем привет, друзья. С праздником вас. Нормальный такой праздник, как по мне. Ну, не, ну а чё? Нет повода не... Ну, как бы, блин... Люди, конечно, люди странно у нас на это все. Культ Победы, он существует в любом случае. Кому какое дело? Праздник хороший, если бы не он, сейчас бы играли в Хардстоун на немецком. Блин, что замутить, может, Хардстоун на немецком? Привет, привет, а тут, похоже, привет. Нельзя. Ва-оу! Я сейчас стрим сломаю, пока тут буду полноэкранные всякие режимы. Что-то со звуком говорят, что-то с подписчиками говорят. Подписчик Аквавиллан не успели... Ну, мы начинаем потихонечку, да. Давайте все рассаживайтесь, занимайте свои места согласно инструкциям. Подписчики на троне, простые люди на таких удобных креслицах. Новенькие зрители так где-нибудь на полу поваляются. Привет всем в любом случае, погнали играть. Игра называется, да, Ареной. Победоносные... В настройках батлнета можно не... Ну, это будет как-то, да, не, это будет не очень... Что значит старые карты? Ну, сейчас, в общем, да, играем арену. Я попытался начать кликать в ОБС и совсем уже отвык стримить, поэтому да. Играем арену, смотри, даже еще на одну хватит, конечно же. Так вот. Будем брать самые визуально возрастные карты. Вот этого берем дедушку. Я буду служить. Дедушка. Рождает других дедушек. Все нормально, все вполне себе заходит. Да, и берем самые бородато выглядящие карты. Но здесь, кстати, не зашло вообще на бородачей. Собственно говоря, будем исходить из полезности. Ну, зубцевик, кстати, норм. Но меч справедливости, как известно, был водружен над... Над Штормградом был водружен.
развивалось яростно и гордо знамя меча справедливости, как символа идиотского мечестроения с двумя клинками, которые... Окей, ладно, да, меч справедливости. Берем самый древний канон, вон там бородатый дядечка сойдет под старую карту. Ну, здесь потасканная бобень явно самая старая. Из ряда мутировавших жаб потасканная бобень вполне себе. Кто постарее из них? Ну, Гуль, он какой-то еще, по-моему... Гуль, по-моему, в самом расцвете сил вурдалак. А вот вожак северного камня, он уже покрыт сединами. Окей, окей, берем. Голем, мне кажется, тысячелетиями воевал, поэтому вполне себе в нашу победоносную армию заходит. Ну, это какой-то качок-бодибилдер, который еще... Ну, он только на пюро-протеинчике. В общем, да. Служитель боли. Здесь у нас... Да. Ну, вообще, он похож на такого хитренького ветерана, который за всех успел повоевать. Это оскорбление уже пошло какое-то. Да, никого не хочу оскорблять. Просто беру самые визуально... Наоборот, самые беру карты, которые Карты, которые обеспечивают нам... победу. Карты, которые нас проведут. Так вот. Вурдалак — бессмертное существо. Если он бессмертное существо, чё ж у него только 3 хп? Берём Гурубаши там какой-то. Да, он выглядит, в общем. Не берется Гурубаши. Стрим, возможно, сломался. Возможно, я уже ни для кого вообще уже и не стримлю. Нет? Спасибо. Так. Ну, здесь какие-то у нас уже юнцы просто пошли. Даже несмотря на то, что свингер-вечеринка выглядит немного лысой, все равно выглядит юнцом. Хорошо, возьмем юнца. Вы, блин, можете рожи свои показывать? Ладно, молоток вполне себе. Молоток выглядит достаточно воевито для того, чтобы воевать. Драконы там по 1000 лет живут, очевидно, то что... Плюс «Игра престолов», хороший сериал, ну как бы нет, ну и книги параш полной, поэтому берем супругу драконов. По-моему, нормально, вообще надо было сапера, как бы с войной нормальная тема сходится. Ничего же, Йети выглядит стариком. Мана кривая выглядит хорошо. Моряк явно воевал. Берем моряка, нам нужен флот. В нашей колоде. Нам нужна боевая техника в нашей колоде. Посмотри, какая крошка. Детка. Еще одного служителя. Ну. Привет. Нет. Монариус. Монариус подписался. К сожалению, Монариус подписался. Я и не заметил то, что Мак Делорана выглядит самым старым и взял печать королей. Оу! Случайно, совершенно случайно. Спасибо большое за подписку и за поддержку стрима, и за то, что мне не пришлось брать древнего мага. Ну, это оружие победы однозначно. Массовые напалмы, естественно, во Вторую мировую всех. Вот этот человек явно всю войну прошел. Еще один напалм, еще один... Нужно делать 7-0, говорят, минимум. Ну, 7-0 тут проблематично вообще. Что? Что мне за карты приходят? Возьмем огра, 2 головы, поэтому 2... Вон, посмотри, он весь в заплатах, явно выглядит воевавшим. Поэтому, мне кажется, нормально заходит. А здесь какой-то третий напал. Нет, возьмем Синдарайку. Синдарайка тоже вполне себе боевитая дама. Самопожертвование очень хорошо подходит под военную тематику. Тема подвига, тема заступничества, тема, собственно говоря, самопожертвования максимально плотно, полностью разыгрывается в этой карте. В нашего тентакливого мужичка летит, ну, похоже, фаербол. Окей. Ну, из этих ребят максимум скрыт убийца воевал, конечно. Кобра не особо-то... У меня дед, конечно, служил в батальоне летучей кобры. Блин, я серьезно? Я все время что-то такое говорю, да? Потому что как-то звучит... Звучит не очень! Ладно, скрытый убийца. Ну ладно, панда кого-то там вернет, возможно. На фронт обратно. Вполне тематика стрима. Один сержант нужен, на то он и сержант. Мне верно указали до этого. Из них самым боевитым и самым опасным, конечно же, выглядит микробот. Реально использовались. Еще один дивергент. Человек, который может реально стрельнуть. Человек, который может хорошо стрельнуть, но примерно никогда не стрельнет.
Нет! Заступник авангарда. Заступник авангарда, как известно. И в общем... Чё за... Чё за карты? Как играть? Дживс! Хорошая колода! Мне нравится. Мне не нравится. Где новый смайлик? В процессе. Всем привет еще раз, друзья. С праздником. Никого не хочу оскорбить. Рад то, что победили. Рад то, что сегодня... Я думаю, многие сегодня получили какие-то позитивные эмоции от этого дня. Погода хорошая, парады, армата гоняет. Все такое. Кое-кто сидел весь день, монтировал видос по War Thunder, но это... Но это не важно. Так вот, о чем мы говорим? Да. Победа! Начнется охота. У меня в семье... Война не затронула мою семью. Ну, скажем так, реально, никаких военных особо служивых не было. Поэтому как-то каких-то... восхитительных историй, которые я мог бы вам победать. Победать — это как поведать. Ну, ты понимаешь, да? Так вот. На улице снег, пишет человек. Ну, это не очень. Днем победы, пишет Тарас, уничтожив вообще все донаты, аннигилировав людей. Спасибо большое, Тарас, и тебя тоже с днем победы. И всех вас еще раз... Праздник, блин, ну реально праздник, я не знаю, мне как-то, знаешь, когда пытаются за любой праздник зацепиться. И как-то... Короче, сейчас я, давно, блин, 3 дня стримов не было, 3 дня ни с кем не говорил, сложно собраться. Знаешь как, ну говорят... Чё... Так, Хантер, ладно, с Хантером нормально, поиграем, все. В общем, Тарас месяца. Да, вот. Что? Просто ощущение складывается довольно-таки пугающее, что чем больше я говорю про День Победы, тем больше я кого-то оскорбляю. Абсолютно никого не хочу оскорбить. Я даже Вольфенштейн не буду играть сегодня на стриме, то есть абсолютно никого. Монетку на выстрел. Да, Хантер, кстати говоря, профессионально действует. Мы еще до такого уровня скилла здесь не очухались, 3 дня не играв. Мы еще не можем на уровень Хантера опуститься или подняться. Это немного под вопросом. Но в любом случае, ладно. Есть нормальный стол. Хантер уверенно продолжает настреливать. Тут, похоже, даже... Возможно, даже стоило кого-то прокачать, потому что потенциально там собаки. Стрим окупился, можешь выключать. Ну нет, друзья, я по вам соскучился. Не получалось, к сожалению, эту неделю стримить, но я думаю, хотя бы сегодня постримить, ну, по крайней мере, сколько там, минут 7 уже, ну, стримлю, да. Так что вот. Даже не играл, честно говоря, в Wolfenstein, поэтому вообще по отзывам хороший. Тут что у меня, какие программы для стримов, что должно быть включены? Сталь. Хорошо, допустим. Тебе понравится мой новый рецепт. Это что-то такое, да. Что-то похожее на Play, а возможно даже и нет. То есть мне нужно что-то делать? Я не... Хантер, можешь мне подсказать? Я-то сам новенький. Надо что-то делать, или ты как бы... Ладно. Какие-то штуки были произведены. Так вот, читаем чат. Похожее на мисплей. Возможно. Мой дед умер на войне. Он умер в блокадном Рейхстаге. Нельзя забывать про это, на самом деле, да. Количество глумления последние годы по поводу все-таки Дня Победы. Ну, это такая, я понимаю, это такая защитная реакция интернета. Глумление, вот это вот все на... Привет, значимость привет. Дня Победы, конечно. Night Scorpion, я хотел сказать так. Давай лучше с подписчиком разберемся. Night Scorpion, 3-й месяц подряд. Подписывается на стримы. Поддерживает тем самым, и мы ему выражаем благодарность. Мне кажется, это такая тема, над которой нельзя и глумиться. Ну, блин, а сказать то, что ее раздувают, тоже как-то... Не то, чтобы раздувают. Да лучше раздувать, чем глумиться. Давайте на этом. На этом давайте сойдемся. Мне не нравится георгиевская ленточка. Вот что я скажу, чтобы окончательно меня уже там все ФСБшники просто арестовали и все. Ну, серьезно. Она не очень красивая. Особенно, когда там, я не знаю, на трусы ее себе повязать, на стринге будет из джинсов выглядывать у женщины георгиевская ленточка. Ложись! Ой, да, друган, точно.
Привет, привет, привет. Так что вот, разжигаем. Георгиевская ленточка. Я убью этого Хантера? Нет, я не хочу считать, отстанет. Отстань от меня! Мне нравится британский символ. У них же маг такой на пулевое ранение похожий. По-моему, его сейчас еще хохлы украли. Символ привет, привет, дня, привет. Как они это называют, день примирения или что-то такое. Dangerous Dania. Короче, блин, серьезно, у меня немного, у меня сложная неделя была, поэтому какие-то умные мысли я точно не способен генерировать. Как и всегда. С днем победы! С днем победы, накат. Нет, накатывать не очень хорошо. Вот, собственно, да. Если вы хотите проявить свое уважение к ветеранам, не надо накатывать в этот день, блин. Если ты надел георгиевскую ленточку и накатил, то ты не проявил уважение в первую очередь сам к себе, потому что ты и дурачок. Короче, Хантера... Хантера закидали. Че, подписчика не поздоровал? Dangerous Dania. Danger. Danger, скорее всего, чем Dania, да? Примерно так. Не будет что-то на военную тематику или только ХСК. Ну, может, War Thunder немного погонять пару боев. У меня там танки. Всякие сяндры уже есть. Но, блин, они, конечно, что-то как-то меня на ИСах закидывает там вообще каким-то вторым тигром. И меня просто лопают по-жесткому. Так, легкий мечик. Выкладываем микробота. Посмотрим, что микробот... Посмотрим, что микробот может сделать. Выпал принц Галивикс. Как эта карта вообще играбельна? Считается играбельной? Да, вполне себе. Поднять щиты это плохо. Особенно тем более то, что никакого фоллоуапа. Ну, окей. Страхон-то да. Страхон немного почистили. Будет обзор на зрителей, со мной не поздоровался. И со мной не поздоровался. True God of Deaths 6-6. Серьезно, я пропустил подписчика? Каким образом? Ну все, 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 совсем новенький, совсем разучился стримить. Спасибо большое. Дорогой настоящий бог смерти 6-6. Такие романтичные. Разве можно такие добрые, романтичные ники пропускать? Разве можно обойти вниманием бога... Бога смерти 666? Слава сатане. Как говорят в замечательном фильме... Все, я сегодня все... Все, ну я думаю, это последний. Кто ко мне первым придет? Православный или какие-нибудь? В общем, да, я думаю, это последний стрим. Друзья, мне было с вами хорошо. Ну так прям... Ну так, прям на девяточку. Я что-то делал, вы что-то делали. Мы все что-то делали. Счет поменяй. Да, счет тоже не меняй. Какой смысл? Все, закрывать меня. Блин, я не хочу никого оскорблять, реально. И чем больше я не хочу никого оскорблять, тем больше я всех оскорбляю в итоге. Better Devil, если не трудно, посоветуй, пожалуйста, годный сериал. Трог, да... Рок-то не очень тупой. А Паладин вот не знаю, как будет разгребать все это добро. А, посоветуй годный сериал. Ну, я сейчас дальше продолжаю смотреть. Он пьяный или под спайсом? Нет, совершенно не пьяный, совершенно трезвый. 2000 человек, друзья, здравствуйте еще раз. Мы тут разжигаем немного. И под немного разжигаем, я говорю то, что я уже оскорбил примерно всех. Но я оскорбил всех из лучших побуждений. То есть основная моя... Давайте остановимся на основном посыле. На основном остановимся посыле в том, что... Я никого не хочу... Нет, то что не бухай, тварь! Не бухай, тварь, ни на день победы. Вообще не пей. Вообще ни капли в рот. Ни капли в рот, а то лидер Ру, 3 месяца подряд подписавшийся, не будет больше на меня подписываться, и мы будем все рыдать. Хорошо, не пей. И я не пью. А это вода. Жарко, потому что реально жарко. Сижу, мне солнце руку печет. Не знаю, обуглится и буду закусывать ей. Воду буду закусывать. Будет ли обзор на Мстителей? Какие Мстители? Они уже вышли, когда там 2 недели назад. Уж, какие уже... Уж забыл, про что там было. Так вот, да. Добра всем. Счастья и любви. Я выиграл. Я выиграл. Ради дедов. Все хуже и хуже. Я выиграл привет, ради... Привет. Ради перпетум мобиле. Я выиграл, который подписался. Не стоит.
У кого-то холодно, пишет человек. Ну, бывает такое, к сожалению, мы живем все не в одной географической зоне. Я не успеваю, к сожалению, вообще говорить. Хорошо, что мы уже выходим на тот этап, когда мне не нужно что-то говорить и оскорблять кого-то, потому что просто люди подписываются. Вурст СПБ также подписался. Какой, простите, месяц подряд? Какой-то адский вообще месяц подряд. Какой-то месяц подряд, то, что уже можно и... Так, подожди, давай хоть карты поменяем. Все это убираем, нам что-нибудь пораньше придет. Четвертый месяц подряд подписывается Вурст. Это треть года. Блин, если я реально... Слушай, я что-то прям запарился по поводу оскорбления. Если я реально кому-то что-то неприятное сказал, извините, пожалуйста. Он бухой? Нет, я не бухой. Парад красивый был. Шествие, очень трогательное, очень символичное шествие, как это называется. Марш миллионов, нет. И смертный полк, да? Хорошая идея, мне понравилась. Не забывай подвиг турианского солдата. Туриане — это те, которые с Юпитера? Блин, ну хоть туриан-то я не оскорблил! Так вот, 3-4. Убивает ли танка-паука? С одной стороны, у меня сидит засадень. Мы должны очистить солнечную колонию. С другой стороны, если не убить, то может быть фростболт. С третьей стороны, если бы был фростболт, то она бы убила. Так что мы так расслабленно сидим, базарим. Ну, в смысле, ведем непринужденную беседу, я бы хотел сказать. А сами лицо ковыряем, и никакие размены сегодня. Турианцы из Mass Effect, чё ты? А, точно, да. Не, ну турианцев я не оскорбил, они все передохли давно уже. Поэтому нормально. А, сообщение на Яндекс.Деньги. Ты слышал группу The Cat Empire, PS, где новый смайлик Aqua? Дорогой, слэш, дорогая Aqua, я не слышал группу The Cat Empire, империя кошечек. Они выглядят как хипс, но они выглядят как пятеро мужчин. В принципе, у меня нет, как шестеро мужчин, да. В принципе, у меня нет претензий к людям, которые выглядят как шестеро мужчин, поэтому я думаю, с этим мы справимся. Я не хочу ничего делать, отстань от меня. Пусть боль говорит за меня. Не, ну надо хоть что-то убить. Шепард воевал. Туриане воевали. Да, действительно воевали. Даже не поспоришь. Mass Effect, что ли, перепройти? Какое-то настроение. Нет, вообще бы. Я бы вообще сейчас Севастополь бы пересмотрел, честно говоря. Блин, или Брестскую крепость. Надо, может, что-нибудь вечером как-то и намутить, честно говоря. Наконец глянул Кингсмана, русский дубляж попортил оригинал? Да, конечно, попортил. Там не было кокни. Как вообще жить без кокни? Нафига я дракона взял? Если кто-нибудь помнит, пишите срочно. Интерактивчик со зрителями, пишите, нахрена взял дракона. Потому что ему 1000 лет, очевидно, да. Хорошо, дракона в других колоде нет, но в любом случае. Люблю тебя, 17-летняя школьница. Ну давайте, да, еще и внимание спецслужб привлечем по поводу того, что меня 17-летние школьницы любят. А че нет? Уже все, спекся, паренек. Стальной макинто... Да. Совсем спекся. Хорошо. Оруженосец. Да, и спасибо большое за донат. Я не поблагодарил человечка. А можно просто трог бьет лицо? Или тут по дамагу хватает? 6-9, нет, по дамагу хватает. Окей. Держи кружечку. Ну давай так. Ну вот в 25 меня уже не любят, поэтому да, видимо это какой-то период. Нужно перерасти. Нужно быть мудрее. Привет, привет, привет. В плане влюбленности. В 17 лет, в 25 вот уже где-то там подписчик. Джихад бой 420. Любви нет, все уже. Никакой. Один ХС на уме. Меня не надо любить. Мне надо донатить. Нет, что я говорю. На меня надо подписывать. Ну, тоже так все звучит, честно говоря. Что надо от меня делать? Что об меня? Что надо... Синергия драконов. Отозвал собственного дракона, он стоит меньше. Лол. Ну, я так и планировал тогда. Хм.
Ну так-то да, я так и планирую. Так, ну это понятно. Сколько будет 3 плюс 4? 7? Но она умрет. Встань от меня, я лицо бью, салака. Люблю тебя, 59-летний стрик. Не знаю, что такое стрик, но мы пока комфортненько сидим, играя в ХС. Ты сегодня какой-то слишком активный. Ну, потому что 5 дней подряд не стримив, 4 дня подряд. Или, возможно, не подряд, или, возможно, с какими-то промежутками небольшими просветлениями. Короче, да, не стримил, а теперь стримлю. Концепция довольно-таки понятна. В какой-то момент появляется желание постримить. Оно в основном... А можно еще одну банту, чтобы... Как прошел твой день? Подскажи, какую приобрести видеокарту, чтобы играть в игры на средневысоких на протяжении 3-4 лет? Ну, мне кажется, если сейчас, то 970 GTX, не знаю, что получше там появилось. Какого я взял? Кого? Это плохо. Абсолютно так себе. Есть новый смайл? Нет, к сожалению, друзья. Спасибо за подписки, но новый смайл. Мы обязательно над ним работаем. С группой профессиональных художников. Ведется работа над брендом. Полноценный бренд Гуфовики. Это будет линия одежды собственной. В ней, конечно же, будут шаровары Skillstrike. Надев шаровары... Гениталии видно! Шаровары Skillstrike и все наружу. Потому что какого тварь! Как убивать там? Ну, тут уже топовые плеи пошли. Такие топовые, то что просто две карты на одну примерно разменяю. А так-то да, топовый стрим. Как тебе рубашка? Рубашка за Heroes of the Storm хорошая, да. Мне понравилось. И, собственно говоря... Ты понял, что я хотел сказать? Нет еще. Да, они делают кросс-промо, это называется, так же, да? В Heroes of the Storm за игру в Hearthstone будут давать ковер-самолет в виде рубашки. А в Hearthstone за Heroes of the Storm будут давать рубашку в виде рубашки. Короче, да, я в ХС играю, в Hearthstone... Дай мне одну из двух моих, ну хоть молоток! Да ты чё, смеешься, что ли? Wait, what? Ну? Да ты чё? Да отстань от меня! Линия одежды, опять футболки. Нет, кстати, нет, не футболки. Я чую. Да нет, я просто несу. Не обращай внимания. Расслабься и получай. В общем, принимай. Принимай мой скилл. На кончиках пальцев текущий мой скилл. Принимай мои пальцы в себя. Да, детка. Он там, человек пишет, что счастлив. Главное, счастливым по жизни быть. Тем, кто болеет в этот праздник... Ну, я уже ничего не могу сделать примерно. Всем, кто болеет в сегодняшний день, добра вам. Выздоравливайте скорее, мои сладенькие. Не надо болеть. Как играть-то? У него будет... я не посчитал, не хватает уже на голема. Да, 4 плюс 7, оказывается, не 10. Запишите там где-нибудь, потом мне как-нибудь напомню. Ну, окей, у меня и получше ход есть. У меня хороший ход есть. Денег нет, тян нет, настроения нет, как жить дальше? Ну, в какие-нибудь там младшие сыновья устройся наемником. Тебе дадут изогнутый меч и покрасят волосы в какой-нибудь красивый пурпурный цвет. Как тебе Джимми Карр? Нет, не нравится. Плохой. Я что-то сделал, но как-то не очень понравилось, что я сделал. Я что-то проиграл. Надо сосредоточиться, по-моему. Какие-то не очень мувы пошли. Вот это вот. Что он делает? Он немного в расслабленном состоянии стримит. Он не на полную. Обычно я как на полную. Ух, как 4 победы сделаю. А тут прям ух, и после 2 побед уже поплыл. Ладно, давай напишем себе поражение.
Не то чтобы поражение было проблемой. Ну, вообще, достаточно проблема, да. Но мы... Нас где-то сейчас... Мах нас где... У него 11 хп. Он нас где-то до Москвы от это... откинул. Но мы еще вернемся. Ума сошел, ходы идет. Я в курсе, да. Плохо. У нас есть освещение. У нас есть светозарный. Амонь-хань. Вот этот вот. Огур. Огур точно спасет. На самом деле, нет. Я не знаю, как здесь нужно по качеству. Надо просто ударить Гурубаши. Даже Могар не спасет. Собственно говоря, Гурубаши, либо Гурубаши бьет лицо, либо Гурубаши убивает Могара и все остальные. Ну, братан, мог бы хоть кости рольнуть. Плохо, плохо. Так, ладно, все, сосредоточимся. Окей, сериал Lost. Ну, смотрел с сдержанным интересом первые пару сезонов. Досматривал уже в основном потому, что можно было замечательно вкуснейшее сраться с фанатами этого сериала. Ни одного Дворфа Диверсанта не зашло. Можно было разводить замечательные многочасовые срачи, во-первых, с фанатами Лоста, потому что Лост был не очень. И что-то еще можно было делать. Да, ну как бы он смотрибельно и нормально. Без восторгов. Сейчас, мне кажется, он даже лучше смотрит. Я заметил вещь такую достаточно интересную. Когда ты уже посмотрел какую-то... Утор против утора. А, когда ты посмотрел что-то, так прямо оставить? Давай, мне пофиг. Ну, у меня это было с Интерстелларом в основном. Когда я посмотрел Интерстеллар, я был шокирован тем, какая это глупейшая штука. А когда я пересматривал Интерстеллар, потому что я все-таки хотел убедиться, насколько он тупорылый, я уже был морально готов к тому, что он тупейший, идиотский, вообще храните. И мне было очень норм. Я прям смотрел второй раз и говорю, я прям людей бил за плечо впереди сидящих, говорил, хороший фильм, а? Смотри, кукуруза вымерла. Окра следующая. Ну да. Донат месяца и дня разные. Ну да потому что человек до этого донатил уже, очевидно. Что приказание? Так, Срамос будет, но не сегодня же. Сегодня у нас праздничные мероприятия по мотивам. Что приказать? За орден! Ну, за орден это не очень. Если бы мой дорогой Страхон! Если бы мой дорогой сладенький Страхон хотя бы мог бы своих же алых крузадерок, которых он наплодил. Это же он над ними стоит. Посмотри, у него колпак, у него щит. Оба красные, наверняка. Но у нее еще лосины такие. И бедра. Хочу бедра. Вот что хочу. А то сегодня, когда накатывали, бедер не дали. Дали плазадика желтого. Говорю, хочу бедро крузадерки. У вас есть в меню, говорю? Мне сказали нет, потому что это была забегаловка. Это была забегаловка с названием забегаловка. Двойная забегаловка. Там даже двери двухстворчатые были в той забегаловке! Что он делает? Что ты делаешь? Что приказание? Что это такое? Не, ну там ложись. Там ложись же. Жижи-мыжи, там же, ложись же. Дай мне подумать. План отличный, можно ударить в лицо, можно ударить мечом, нарваться на ложись, потерять заряд меча. Абсолютный бред. Я на страже. Есть ли шанс, что там не ложись? Нет. Ложись! Ладно. Играем пока так. Там еще и бафчик. Но бафчик мы чем-нибудь. А, искуп. Серьезно? Что приказание? Ого! Ну, проблема. Проблема в том, как тебе новая Харли Квинн, няша. Да, вполне себе няша. Да, проблема в том, что он здесь стол чистит. Нет, смотри, он хочет оставить детку. Ну ладно, оставляй детку. Ммм,
Ну, по шкале от 1 до Рихтера. Это где-то на уровне с Рихтером. Хорошо, бьем, ударим, все. Смотрел «Последнего мужика на земле»? Нет, «Последнего мужика на земле» я еще не смотрел. Это же Фокс, по-моему. У Фокса последние сериалы донненькие, совсем слабенькие. Стыдненько мне за Фокс. Может, когда-нибудь. Ну, это так себе. Страхон! Да, проблема в том, что Страхон не очень здесь заходит. Что приказание? А то, что я сделал, нормально заходит? По-твоему, это нормально? Я реально не очень сосредоточенно играю. Подскажите, как сдать ЕГЭ? Мне кажется, нужно быть... Ну, если хотя бы просто ходить на уроки. Ну, если просто хотя бы за 2 месяца до ЕГЭ вспомнить, что у тебя ЕГЭ, и хоть, блин, базовую там краткий курс вообще почитать. Ну, а свидетель умирает от меча, это понятно. Мне это надо. Так себе, надо было хотя бы... Ну, блин, тут все от меча умирают в итоге. Да, блин, сдавай. Хочешь что-нибудь взорвать? Не надо. Сюда один. Неплохо сыграно. Ну да, ты такой у нас. Ну, еще и пострах. А зачем тогда бомбу? Бомба тебе же хуже, дорогой мой Страхон. Что приказание? Как написать диплом за ночь? Ну вот это уже более проблемс вызывает. Так, дорогой мой Страхон, как всегда, не при делах. Да я и стол-то особо не чищу, честно говоря. Лучший сериал, который ты смотрел. Ну, я не люблю один сериал выделять, поэтому вкусы постоянно меняются. И то, что ты смотрел там 5 лет назад, по сравнению с тем, что ты смотрел сейчас, очень сложно сравнивать. Блин, как сравнить там какие-нибудь первый сезон 24 часа? И сейчас идет что-нибудь там, карточный домик, опять же. Но это не сравниваемо. И в своих жанрах, опять же, как боевик сравнивать с ром-комом каким-нибудь, с комедией. Ну ты ложись, конечно, такой, да. Окей. Чалька королей. БГХ у меня нету. Давай в лицо. Ну, какой-то... А, не, нормально, смотри. Это достойно здравствуй. Какая встреча? Последний сериал, который смотрел. Агенты Щита и Силиконовая долина. Оба хорошие. Агенты Щита хорошие спустя, блин, 50 серий после начала. Ну, где-то спустя 10 серий после начала. Силиконовая долина сразу хорошая. Вот окей, какая встреча. Так, выкладываем осветителя. Чтобы, опять же, как говорится, потенциально разбираться с любой угрозой. Как тебе снайпер исподу вообще? Ну он тоже такой паладин, нормально заряженный на успех уже. Второй клинок. Вообще не понял снайпера Иствуда. Ну, возможно, потому что смотрел в кино и с переводом. То есть там нужно как бы оценивать актерские таланты Брэдли Купера. Блин, был бы 10 маны, был бы чуток получше. Могу, конечно, сделать большую Берту. Потенциально... Опять слово вылезло. Вы меня затравили словом. Силиконовая долина, а может кремниевая? Слушай, она реально... Ну, блин, она кремниевая, да. Все прям БГХ. А, Сайлент Шторм. Ну, это не проблема. Давай вот так разменяйся, чтобы... Ну, тигром. Ну, братан! Ну, объективно, тигром! А как выиграть-то? Играл, таунтов нет. Охор, ну охор. Охор всегда помогал. Господи. Тут есть несколько дилемм. Дилемма номер раз. Разменяться так. Дилемма номер два. Кинуть печаль короля так и сбить бабл. Сделаю. Да пофигу уже. Это проблема. Оруженосец, за мной. Я готов, сэр. Ну, сейчас все промажут. Жду приказаний.
Во, промазал, смотри. Во. Ну, блин. После такой игры в монастырь ухожу, мне кажется. Монахов я сегодня еще не оскорблял, поэтому оскорблю монахов тем, что соберусь к ним. Две победы — это не очень, надо хотя бы три. В этом мире должна быть гармония, баланс. Если где-то убыло, где-то должно прибыть. Вот смотри, в Армате нету пилота башни. Необитаемая башня в Армате. Соответственно, там меньше людей. Значит, у меня должно быть больше побед. Тогда почему у меня две победы? Из этого делаем вывод, то, что в башне Арматы все-таки кто-то сидит. И никакого механизма заряжания там нет. Кто-то туда запихивает снаряды. Ну, объективно. Да какой сержант? Никуда он нигде. Делай обычный голос. Это и есть обычный голос. Смотрел сериал «Сыны Анархии»? Да, смотрел. Ну ладно, приста мы раскатаем, у нас здесь все топовые карты в руке. Моряк, опять же. Что приказали? Счетчик, да, давай. Счетчик немного пообнуляем, потеребим немного обнуления счетчика. Ну, в смысле, обнулим в том плане, то что... Надо кнопку еще нажать. Здравствуй. Какая встреча. Приветствую тебя. Привет, привет, привет. Смотрел парад в Москве? Не, не смотрел. Плохо. Ну, в смысле, человек подписался, это всегда хорошо. 768 Love D. Первый месяц, подписавшись в этот светлый праздник, в этот чудесный день, обеспечил нас тем, что, блин, на... Штуки, на штуки! А в жизни ты себя так же ведешь? Ничего плохого не имею в виду. Ну, это нужно уже людям спрашивать, которые меня в жизни видели. Но таких, к сожалению, до нашего дня ни одного не дожило. А возможно, даже дожило. Без динго! Без динго. Только не... А, ну или так, да. Но у меня здесь хорошие мувы есть. На самом деле, нет. Я в носу ковыряюсь, потому что без вебки и нормально как бы. Приятного аппетита всем! Ну так уже до мозжечка долез на пальцем. Все пытаюсь какой-нибудь умный... Хороший плей какой-нибудь качественный пытаюсь разыграть. А на ум приходит только, блин, бафом печали королей вот этого вот добра всего. Ете! Так-то ете и отсидеться. Хороший план, хороший. Запусти на карте салют в честь Дня Победы. Да, пожалуйста. Ракету в США... Но он еще и ворует. Ну, это типичное пристовое племя. Вот так вот, да, вот так вот. Где взять третью единицу урона? А вот она! Damn, son! Did you find this? Where'd you prepare? Такой смешной. Над каким фильмом плакал? А, на Инсепшене в конце моросило. Серьезно? Воу-воу-воу! Воу-воу-воу-воу-воу! Это уже какая-то грязь. Ты же понимаешь, приз, это уже какая-то грязь. А, ну, Севастополе прям так нормально прижало. Ну, чтоб прям плакал, наверное, не было такого фильма. Ну, после 500 дней лета вышел там, первую попавшуюся бабу по лицу ударил. Чё за грязь? Оттащите просто всех своих выродков от экрана. Приз разыгрался, привет, блин. Привет! Ну серьезно, глянь, какая вообще. Мурик 555 решил меня в этот нелегкий грязевой момент жизни поддержать и подписался на канал. За что мы ему все благодарны. Спасибо за подписку. Окей. Джиф с подбафом. Хороший план. Дай мне подумать. Скрытень. Мне нужен меч. Скрытень, так себе. Говорят, вас возьми. Проблема вполне себе, да. 555. Неправильно назвал? 511. Видимо, неправильно. 511. Ну, я округлил до 555. Богар устранен. Богар уничтожен. Вообще-то мой. Вообще, это мой Могар. И как-то резко все свелось к одному плею. Я на страже.
Нет! Ну как тебе сказать? Ну ладно, это терпимо, потому что мы накинем сюда, повесим это. Возможно, еще и минует. Че рубашку сменил? Да, перед пацанами похвастаться, то что героик сделал все дела. С кровью, со слезами на глазах. Этот день победы над героиком. Привет. Ну ты, конечно, дурак. Я не думал. А, он огра украл, точно. 0,5% шанса украсть огра. Проблема. Хромой боец. Твою мать. Вот сейчас бы молоток не помешал бы, да. Проблема решена. О мой бог. Мне тоже нужен огр, чтобы две проверки на огра. Эти вот все дела. Видел трейлер Sense 8, Sense 8 от Netflix. Думаешь, выстрелит? У Netflix очень хорошие сериалы. Но, блин, там Вачовски. Юпитер, Вачовски. Он очень хороший, по факту, Вачовски. Юпитер, если вообще абстрагироваться полностью. Ну, вот. Ну, ударь ты уже, чтоб у тебя 2 хп-то осталось! Или ты сюда. Да, ты чё, смеешься? Нет! Ну, так можно, ладно. Как все плохо-то, а? Сейчас можно стабилизировать, если нормально все. Если хоть кто-нибудь сегодня нормально зайдет. Окей. Сынок. Так, ну ладно. Это да. Это да. Конечно, не идеальная ситуация. Ну, хоть что-то. Короче, я это, по-моему, на стримах уже говорил после восхождения Юпитера. Если не говорил, то сейчас нужно сказать. Снято хорошо, но и Вачовски абсолютно никак нельзя давать писать сценарий и каким-либо образом вообще руководить сценарной работой. То есть им нужно давать жесткий сценарий, по которому они снимают фильм. Поэтому, учитывая то, что восхождение Юпитера прикольное, по факту такая фантастика боевая. Ну, кроме того, что бред полный. Ну ты не вовремя. Я думаю, они бы нормально могли бы и «Звездные войны» в том числе снять. У меня есть большая Ну я на грани смерти, конечно. Дживса? Давай Дживса. В принципе, и приз так себе на ладан дышит. Давайте никаких срачей. Ты рассказывал про то, что Netflix будет в России. О чем вообще этот канал? Это не канал, это сервис по продаже видеоконтента. Так, колодец отъехал. Это грязь пошла. Сара, это не важно. А, ну он просто кучу всего разыграл, опять же, чтобы... Чтобы получить карты. И он получил карты. Допустим. Нет, ну летала нет, очевидно. Чё, бафнуть Дживса и смотреть, кто из нас быстрее сидиотничает? Героем станет? Ну, такой себе план. Я, кстати, не то чтобы хорошо стал чистить в данной ситуации. Дай мне подумать. Да мне даже не очень выгодно Дживса в живых оставлять, потому что я всего одну карту с него получу. Слушаюсь. Бред. Ну блин. Ладно, давай так. Читаем чат.
Убивал людей за деньги? Нет. Смотрел ли ты сериал «Побег»? Да. Животик — это плохо. Без животика... Как тебе четвертый гир Луфи? Четвертый гир Луфи хороший. А, еще и новый кусака! Да, он его еще и бафит. Грязь. Прист уже много всяких страшных вещей здесь натворил, и это одна из них. Мне нечего разыграть, что лучше, одно существо или два? Конечно же, два. Меня это не спасает. За бесплатно убивал? Ну, это уже какие-то прям шутки пошли. Нет. Убийство... Не знаю, до чего нужно дойти. Да вообще нет, примерно... Ничем нельзя, правда. Мне надо какие-то слова. Проиграл я! Слова какие-то. Две победы. Да, все. Ладно. Все, начинаем нормально играть. Это была разминочная. Три дня не стримил, все дела. Две победы. Ну, сейчас хорошо дадут. За две победы обычно дают лучше, чем за семь. Потому что обычно у меня две победы, а не семь, поэтому я знаю то, что дают за две. И понятия не имею, что дают за три. Я же говорю. Стабилизировались, бустер за сотку. Из бустера выпадают хорошие вещи. Насколько хороши мои вещи? Ну, примерно вообще не хороши. Да, рекламы сегодня не будет, конечно же, донаты, все дела. Обнуляем арену. Все, в общем, да. Это была что-то попытка сделать тематическую арену, во время которой я не специально, к сожалению, оскорбил всех, возможно. Возможно, никого все-таки. Возможно, все-таки люди... Я надеюсь, что люди чувствуют, что я добрый человек. Хотя бы внутри. Да, в любом случае. 2700 зрителей. Друзья, всем привет еще раз. С праздником вас. Давайте еще одну аренку сыграем, а там уже будем смотреть. Будем объективно брать лучшие карты. Ну, прист нас унизил, поэтому, думаю, вполне себе за приста. Я тебя не подведу. Опять же, льготы пропишем всем, кому надо. Нет, не так. Да. Единственное оправдание убийства — спасение невиновного, глубокомысленно заявляет человек. Да, тебя все равно посадят. Тут разыгрывал Дживса, я вспомнил годный сериал «Дживс и Вустер». Ты смотрел этот сериал? Я смотрел первые две серии, мне больше нравится шоу Рая и Лори. Сразу же так себе карты. Ну, в принципе, алхимик окей. Уборочный голем окей. Камнедробов норм, хотя панда тоже норм. Штормград для лейта. Более-менее таунт. Сильно так себе карты. Ереван все сюда. Нет, на приста точно нет. Воскрешать мне вряд ли кого придется. Камное безумие нормально. Сайленс возьму один. Лирик окей. Цвет нору хороший. Священный огонь хороший. Священный огонь. Фингер-вечеринка. Украденные мысли — это всегда хорошо. Карддроу нужен. Вождь сойдет. Слизень сойдет. Да. Ну, возьмем овцу, потому что что-то как-то по столу проблемсы небольшие. Возьмем овцу. Кстати, реально, если бы я взял мужичков, тут было бы несколько неплохих активаторов, в том числе подрывники. Это точно, ну, блин, варген норм. Хочу попробовать дракона, возможно, мне тоже какие-то бафующие заклинания зайдут, пока их нет. Возьмем дракона, возьмем алого крузадерку. Меха примерно один. Так что схема техник не очень. Два дропа еще нужны, поэтому берем еще одного камнедробова. Берем рекомбабулятора. Хмелевар. Сексист. Сексисты всегда нужны в колоде. Без секси... Кто будет оскорблять людей? Я не знаю. Танк-паук. Нужны три дропы. Вкусный зомби для начала игры. Велен, конечно, хотя... Усака там парень. Окей. Лидер рейда, потому что те две дно. Уменьш мой. Еще один танк-паук. Так. Для лейта силовой танк. И наша последняя карта — игры разума. Из колоды противника. Заводной великан не сработает примерно никогда. Рыцарь крови не сработает примерно... никогда. Но у меня два пузыря. Ладно, рыцарь крови. Таймчат.
хотя новость про то, что Мартин Фриман будет карателем. Ну, какая-то очень странная новость, потому что Мартин Фриман появится в Гражданской войне. В Гражданской войне вряд ли будет каратель. Ты там новости случайно не перепутал, то, что чувак, который Бэйна играл, по-моему, хочет карателя сыграть. Да. Да, Мартин Фриман будет в Гражданской войне. Все эти смешные шуточки по поводу того, что Мартин Фриман будет Человеком-пауком. Не знаю, кем он будет, пофигу. Гражданскую войну давненько читал, честно говоря. Никого там Мартин Фримана-образного не помню. Трал против меня играет. Но у меня есть ранние дропы, поэтому я думаю, вот так сделаем. Подвинь саба чуть левее, пишет человек. Ну ты какой-то перфекционист. Каратель был в Гражданской войне в комиксах. Да там все были, поэтому. Она все комиксы затронула. Даже если его не было в основной, я уже не помню. Там все были. Это не проблема. Да, смотри, человек-перфекционист. Вполне себе прав. Играем против легендарного шамана. Сразу такое достойное начало. И новая программа в стиме Контролер Компаньон. Не знаю, что это такое. Сразу же дела так себе. Вываливаем какую-нибудь достойную контру. Гражданская война выходила в коллекции Marvel? Нет, скоро будет. По-моему, в следующих 5 выпусках будет Гражданская война, поэтому можно будет... 35-й выпуск. Такая ахинея. Вчера только прочитал. Блин. Окей. Это норм. Хиливать смысла нет. И комбабулить существо за 3. Так себя. Но надо что-то выложить. Надо что-то выложить, потому что... Блин. 4-й ход есть. 5-го хода не особо. Ладно. Сыграем пока так. Фриман отличный актер. Да, Фриман отличный актер, но он всегда играет Мартина Фримана, поэтому... Собственно говоря, в Фарго был Мартин Фриман, в Хоббите был плюс-минус Мартин Фриман, и в грёбаном Хоббите вообще Хоббита не было, по сути. Какие-то просто левые мужики бегали, бомжевали, дрались за Аркенстон, который в конце третьего фильма забыли! И потом не вспоминали. Да-да-да, давай размен. Или нет, да, нормально. Слизнюк не слизнюка, брат на брата, другого брата хода нет. Ну не хочу я его бабулить, но это полная ахинея. Окей, 5-й ход появился, кстати говоря, пока. Как выигрывать на арене? Ну, примерно берешь, набираешь карты, набираешь привет, ранние привет, игры. Привет. Набираешь подписчиков и выигрываешь. Потенциально вампир. Ну, потенциально вампир это как, кровушку пососал и уже вроде как, а вроде как и нет. Спасибо большое за поддержку и за... Ну ты не влезаешь Будешь просто потенциально. Но мы все будем помнить то, что ты вампир. 4-6. 4-6 это не ок. Прям резко одной картой две мои карты перечеркнул. Окей. Я готов, сэр. Да не будет он карателя играть. Блин, ну вот на этой картинке он похож на карателя. Нет, все равно он не похож на карателя. Уходил салют смотреть, что тут произошло. Произошло примерно то, что я начал резко за пару ходов проигрывать. Ну посмотри на этого мужика. Блин, хорошая реальная карта для арены. Прям супер йети. Супер йети. Я могу украсть тотем, и с этого произойдет примерно ничего. Я могу украсть что-нибудь и бабульнуть. Но ничего тут достойного воровства, к сожалению, нет. А комба есть. Могу поиметь существо за 3 маны. И украсть у него тотем. И, к сожалению, по-моему, в этой ситуации придется делать именно так. Надо подумать. Как считаешь, что лучше, Гражданская война или Injustice? Не совсем понятный вопрос. Injustice в плане коми... Блин, ну у меня нету реально другого хода. Будет немножко. И давать же ему карты. Мои глаза всегда. Приветствую тебя. Damn, son! А что, Фарго Мартин Фриман? Ну да, Мартин Фриман, Фарго. Хорошо сыграл. Я же не мог украсть существо за 4. Точнее, существо с 4 атаками. Все так себе. Достаточно. Время меняться.
Карлетка и овца. Вот, скорее всего. Надо подумать. Так она умрет. За орден! Привет, okay. привет! Я немного и замолчал, потому что у меня никаких достойных ответов нету. На Мартин Фриман вообще покорил чат, и поэтому надо, блин, его что ли звать? Вазелин 95, четвертый месяц подряд подписывается, в то время как шаман там сейчас грязь наведет на столе. Шаман сделает все, чтобы меня Ну какие вожаки северного клинка? И тотем. Плохо. Тебе в лицо. Ну да. Очисток стола примерно ни одного кольца не упало. Можно сделать посильнее дракондора и ковырять потом вот это вот все 3 часа. О, мой бог. Как больно. Интересно. Больно. Да. Сила тебя наполняет, но меня в данный момент наполняет проигрыш. Залил меня практически до краев. Чувствую, блин, скоро уже. Таким количеством проигрышей, по-моему, скоро будут те дни. Где-то уже к понедельнику. Те дни, когда я проигрываю. Или уже сегодня начнутся. Уже прям чувствую, грудь болит. Соски искрят. Залил всю комнату огнем. Нравится Дэйн Дэхан. Как актер. Давай узнаем, кто это. Раз люди так. А, это этот, который был. Который ныл весь Человек-паук. Ну, блин, он человек. Это мулы пошли. Ну, кстати, норм. Да нет, не норм. Ну так вообще. Я проиграл. Один урона не хватает ему. Привет, Алекс, извини, что опоздал. Ты знаешь, нет, я думаю, сегодня нет. Он размениваться начал. Или бабл сбил. Да-да, размен, зачем? У меня одного хп не хватает. Нет, он просто бабл сбил. Ученики, внимание! Ты знаешь, нет, сегодня я тебя не прощу. В любой другой день, но в день по... Вообще, ну нет, наоборот. Концепция должна быть на... Да не ругайся на меня. Так, ну, собственно, да, я думаю, на 0-3 я позорно заскулю и убегу с этого стрима. Никогда больше никто меня не обидел. Окей. Dragon Ball читал? Нет, не читал. Начинал, но он же очень старенький. Там, возможно, где-нибудь какое-нибудь переиздание валялось, которое... А, и зависла игра. Это не проблема. Сколько раз игра зависала, я всегда просто мужественно, без каких-либо претензий к Близзарду, к замечательной игре, к себе самому. Че так плохо-то вообще? Вроде опенинг-то был. Блин, я скиллово тотем украл. Игра запущена, пишет человек. Нет, ты знаешь, Близзард, игра... Да, вот теперь написано играть. Сегодня тут много народу, но для тебя хозяин место найдется. Нормально же играли, что ты начинаешь. Ну, у меня отвалился стрим. Ну, бывает у мужика в жизни такие ситуации, когда стрим отваливается. Ну, его зрители должны его поддержать в этот момент. Он выпил? Нет, к сожалению. Да я все время бухим звучу, поэтому как бы... Бывалые должны уже были привыкнуть к тому. Очевидно, что если бы я столько бухал, насколько я пьяным звучу на стриме, у меня бы была уже давно интоксикация. И... Шайна!
Хотя, возможно, у меня интоксикация, поэтому я 3 дня не стримил. Но вы этого никогда не узнаете. Первый дроп есть, второй дроп есть, овца немного улетает. В моих проигрышах виноваты пиндосы. Достаточно легкая такая. Ну ладно. В крайнем случае разведем его на фростболт, на монетку. Будет вполне себе. Че, прям монеткой фростболт? А, снегачок. Ну ладно, тогда карту потянем. Нашлось парочку третьих ходиков. Сегодня был делик на бустер, из него выпал Алакир. Норм? Да, Алакир некоторые играют. Алакира некоторые играют. Строй, пожалуйста, предложение правильно, тварь. Хорошо. Мои глаза всегда открыты. Это хуже. Я могу лечить, конечно. А могу и не лечить. Дуализм вариативности просто поражает воображение. Алхимик никуда не зашел. Танк-паук. Сделать из него что-то там типа 4-5, 4-5, но умирает. Достойного хода, откровенно говоря, нет. Ладно. Золотой Black Knight. Ну, собственно говоря, да. Людям выпадают легендарки. У меня давненько не выпадала легендарка. Я даже не знаю, какую я хочу. Чтобы прям легендарка, которой у меня не было. Возможно, кого-то из драконов, чтобы в колоду закинуть. А у меня кого нет? Аникси нет, Смертокрыла. Они не очень. Даже в Дракона-Паладина они... Они зайдут так себе. Он на что-то тратит фаербол. Нет. Никто так не играет. Нет. Дорогой мой человек! Ты мне втираешь какую-то... Да. Я даже теперь не знаю, как с ним играть. Раз он из этих. Что? Какой фаербол в паука? Малганис и Джаракс уже. Да, точно, у меня нет демонов. Вот! Вот на таких противниках меня часто спрашивают. Алекс, в чем успех твоей стримерской карьеры и профессиональной игры в Headstone? Довольно редко, но такие примеры все-таки случаются. Именно на таких противниках, именно на таких соперниках все наша основа мироздания наших стримерских вообще чувств и держится. Психологически задавил. Ну как-то да. Давай нам ранних дропов, танк есть, все дела. Как получить легендарку? Открывать бустеры, донатить, вскрываться. Ну так, по чуть-чуть вскрываться. Приветствую тебя. Это рано? Ну раз такой опенинг так психологически давлеет на соперниках. Над соперниками, я бы даже сказал. Давай опять разыграем ее первым ходом. Разыграем трога. Забудем атаковать, потому что... Это все часть психологического давления. Смотреть сегодня битву за Севастополь по телеку. Нет, лучше какой-нибудь Blu-ray накати. Тоже так себе ход, честно говоря. Нет, для меня отличный. А, окей, я понял. Но для меня все равно терпимый. Для меня все равно терпимый ход. Нет, битву за Севастополь стоит смотреть. Это один из лучших военных фильмов. Неправильно сыграл, лучше было бы ее похилять там потом. Да. Возможно, там вывихнутый палец. Ладно. Да чё ж ты начинаешь-то, а? Чё тварю?
сейчас бы хорошо, конечно, чтобы он ничего не сделал. Я бы вывалил своего вождя. Когда воруешь колбасу, кричишь своим голосом? Нет, кричу другими голосами, пытаюсь мимикрировать под каких-нибудь бабушек рядом стоящих, чтобы подумали, что они воруют колбасу. Я тоже не готов. Да хорош бафать-то! Ладно, делаем 6-6. Что тут остается там? Другие варианты смотрим. Выхилить трога. Потянуть еще одну карту. Интересно. Как думаешь, на какую тему будет следующее дополнение к ХС? Я не знаю, но если принимаются пожелания, хотелось бы каких-нибудь эльфичек в бикини. Хорошая тема. Эльфички и бикини. В бикини это, конечно, такие бафующие заклинания. Проклятые готовы сражаться. Зачем-то опять трога хиляю. Ну, понятно зачем, потому что она совсем не жилится. А тут не жилится. Гоу вождя, пишет человек. Не, вождь это для слабеньких плей. У меня есть гораздо более сильненький плей. Стоит ли сделать второй спин-офф про Звездные войны? Про Боба Фетта, спрашивает человек. Ну, в теории так и есть. Окей. По слухам, недавно режиссер «Фантастической четверки» отказался от съемок второго спин-оффа «Звездных привет, войн». Привет. И по слухам, это было именно... Это были именно «Звездные войны». Аперксиай, возможно, да? XI, что-нибудь такое. Я всегда говорю людям, чтобы не обижались, если я неправильно читаю их ники, потому что... Крайне сложно стримить и читать на английском ники, когда у тебя за плечами, за спиной всего три класса общеобразовательной школы. Спасибо большое за поддержку и за подписку ников. В основном за подписку, а потом уже за поддержку. За поддержку ников и за подписку, спасибо, да. Чё, при чём тут ники вообще? У меня нету нормального хода. Поэтому я делаю всякие вещи. Ждешь второй сезон Фарго? Ну, на том уровне жду второй сезон Фарго, чтобы посмотреть, когда он выйдет целиком, например. Так, чтобы бежать и смотреть? Нет, так не жду. Так много возможностей. Тебе новый состав Мстителей, который показали в конце фильма, у меня был просто лютый фейспалм и разочарование. Ну, да это такой, мне кажется. Он легко может стать переходным составом Мстителей. В том плане, то, что, грубо говоря, в начале Эры Альтрона просто половину перебьют. Эра Альтрона, блин, как это последний фильм-то будет называться? Короче, когда Танос завалится. А в Мстители уже войдут... показанные в последующих фильмах, типа там Черной Пантеры. Черная Пантера был в Мстителях. В общем, я все-таки надеюсь, то, что сюжет будет развиваться в Марвел-вселенной, потому что как-то количество фильмов, подошедших к... Формулируй слова, тварь. К вторым Мстителям было много фильмов, казалось бы, они подводили в теории. Я надеялся, то, что они подводят ко вторым Мстителям. А в итоге никакого влияния все фильмы второй фазы на вторых Мстителей, по сути, не повлияли. Не проявили, кроме Капитана Америки, возможно, второго. Хотелось бы, чтобы фильмы третьей фазы имели более значительное влияние и более стройный сюжет. Как ты хотел компенсировать за вчерашнее отсутствие? Ну, блин, постримить как? Не, ну Джираксуса там не будет. Сказал он и напоролся на Джираксуса. Не хочу больше ничего выкладывать, отстань. Надо бы Пандаринов добавить. Да, Пандаринов хочу. Да, два будет. Ну ладно, три разрешаю. Ну, максимум три. У меня есть тут... Не-не-не-не, никаких. Не-не-не-не. Ну, лучше б на своего, ну, объективно. Ну, ладно, ну, то есть мы, конечно... Мы будем с этим работать, тем более у меня здесь есть три синистые попрыгун. Привет, привет, привет! И
подписчик есть. Вот с этой вот всей бригадой. На троих сообразим. Мистер Джокер 3. Но у него еще и тройка в конце. Он уже и полгода подписывается. Полгода это тоже 6 месяцев. Это 2 раза по 3. 3-3. Это все намекает на 3-3. Спасибо большое за полугодичную уже подписку. Мы уже на том этапе отношений. Я не знаю, когда. Когда уже можно кусочки друг от друга отрезать и пробовать. Что-нибудь такое, да? Семейные пары этим же занимаются обычно. Когда полгода уже вместе. Семейные пары. Что? Я могу украсть портал и сделать себе дешевых существ. Ну, как бы нет. Но я хочу, чтобы я мог. Трепещи перед мощью Штормграда! Перед мощью, да. Не торопи. Ну, тут всякие сексуальные пошли размены на портал. Выхилы танков. В общем, обычный день в Хардстоунополе. Ну, нет. Да, мне пофигу. Почему в конце Мстителей Алая Ведьма стала азиаткой? Я ее реально не узнал. Лол. Она там выглядит достаточно стрёмненько. Так, ну, план прихода к успеху вообще включает в себя наваливание, так сказать. Или нет. Или не наваливание. Да нет, начнем с наваливания, а потом уже как пойдет. Сначала навалим. Немножко. Может уже в лицо бить? Не, зачем? Не трогай свечу, все дела. А, он уже проиграл. Он уже проиграл. И потом скажет то, что... Когда Накс? Не сегодня. Слава Синдара! Ага. Так ты хоть-то из этих? Так ты хочешь жить в этом мире? А я бы палец поприберег бы, чтобы вождя убить. Ну ты какой-то слабенький. Это мне кажется, по-моему, тут фейс пора идти. Твоя душа познает муки. Это прям фейс-фейс. Нет, или размемчики. Танк по-любому. Танк по-любому. Он плохо разменивается вообще. Давай, не хочу. Не хочу. У меня там что, 0 побед примерно? Привет, а, одна привет, уже привет, есть. Привет. Одна победа есть. Уже можно чувствовать себя достаточно комфортно. Я бы даже сказал, вальяжно. Я бы даже сказал, спасибо за подписку. Твердочлен. Это что-то из синтаксиса, из грамматики, из пунктуации, твердочлен. Наверняка оттуда, это же не то, что, о чем я подумал. Это же не твердыня, на которой вырастают члены общества. Go face. Ой, замилит меня. Ой, я сейчас бубульну. Ну... Мне надо... Ну, точнее, ладно. Танчик-то живет. А ему заморозка-то не упала. Ой, сынок. Нет. Ну. Ну, кстати, да-да-да. Да, это агония. Это предсмертные хрипы уже пошли. Я могу его убить? Нет, кстати, немного... Немного не могу. Могу украсть и бабульнуть. Но, к сожалению, не тебя. Тебя могу, ты хоть 3 маны стоишь. Давай! Будет немножко... Не ударил, потому что хорош. Вот настолько хорош. Приветствую тебя. Ударять это. Ударять это для таких, для терпил. 3000 зрителей, друзья, привет. Я думаю, сейчас многие отвалятся после того, как только пришли. Что-то, по-моему, Варлока погрустнело, он аж карты начал тягать лихорадочно из колоды.
Но у меня тут летал немного, витает в воздухе. Свете все равно. Немного в возрасте... В возрасте немного запахло леталом. Приветствую тебя. Ровно. Ой, еще и побоемить. Хопа, хопа, хопа. Тут всякие штуки. Ну ты че? Да там такого было в запасе. Голда. Голда всегда нужна. Я что-то в прошлый раз на днях, когда не стримил, у меня выпал делик на бустер. Типа, посмотри игру, получи бустер. И я зачем-то его сделал. Даже где-то друга нашел. По блату, видимо, ходил на улице, людей тягал. Похитил прям человека, пришел, сказал, ты теперь мой человек. Мы с тобой всю жизнь вместе проживем, будем в ХС-ку играть. А надо было, блин, на голду его реролить. Ладно, две победы. Две победы, это окс. Куда тут счетчик-то записывается? Сюда, например. Записывается счетчик. Зачем играть в ХС без стрима? Ну, там дейлики делать, все такое. Я, кстати, не знаю, можно ли с планшета стримить, поэтому небольшие проблемы у меня есть по этому поводу. Сними бан на Твиче, пожалуйста, написал человек ВКонтакте. Хорошо, я сегодня добрый. Я всегда добрый. Друид против нас. Против друида Silence, возможно, можно и оставить. Возможно, можно. Как тебе новая обложка? Карта из HOTS. Она хорошая, но недостаточно элитная. То есть, нужно было сделать за 40-й уровень в HOTS'е обложку. И у меня бы она была уже в первый день, потому что у меня 40-й уровень в HOTS'е. И я бы такой элитный ходил. Ну или там несколько градаций обложки. Надо что-то такое. Ну чё за 12 уровень, это какое-то мещанство. Все будут ходить с этой обложкой, я хочу элитой быть. У меня есть, конечно, элитная, смотрите на дурачка, купил гору за деньги. Она недостаточно элитная. Так, ладно. Делаешь 5-1, задоначу сотку, написал человек. Ну все, вижу цель, иду к цели. Запрограммированный на успех, сукин сын. Это я! Есть смысл уборку через монетку? Не особо. Почему HOTS не стримишь? Отвечал уже, ну, возможно, да. Потому что тормозит. И потому что зрители отваливаются. Против меня Танюша. Я уничтожу тебя, Танюша. Я возьму все, что тебе близко. И превращу это в пепел. Ну, кстати, мовчик-то, ну ладно. Не нравится. Камнедробов что-то меня подвел. Окей. Ну тут прям синергульность пошла. Ну да, ты такой. Но это более-менее. К сожалению, нету дропчика. Как бы, с одной стороны, ок, потому что он кучу карт разбазарил. С другой стороны, у нас нет пятого хода. У него сейчас пятый, если он был... Нет. Ладно, хоть что-то. Есть специальное устройство, чтобы стримить с планшета. Ну ладно, значит, потрачу весь заработок с Твича за полгода и куплю себе специальное устройство, чтобы стримить с планшета. И ни разу, никогда. Я сейчас хочу беспроводную колонку купить. То есть вот настолько все плохо. Примерно уровень использования колонки, раз в неделю забраться в ванну на часок и подключить ее к планшету. Чтобы звук был чуть получше. В то время, как я слушаю подкасты и намыливаю свое тело. Ой, да... Эти. Где новое оформление? Как насчет Black Desert или ММО не нравится? Ну, я, мне давали закрытый ключ на Black Desert, она очень красивая, я себе там всяких турбошлюх очень много сделал, полюбовался на них. Я должен защитить эту землю. Танюша меня не нагнет. Мы сейчас Танюшу сами нагнем. Во!
Чё говоришь, синергия? Что за подкасты? Ну, я как делает игры слушаю, и сейчас еще немножко, скажи, Миме со смешным голосом задоначу 30-ку. Видимо, 30 копеек, что-нибудь такое. Мемесы! Я не знаю, мемесы это... Мемесы это всегда смешно, даже если это говорить абсолютно без эмоций. Мемес! Ну ладно, он карты тратит. А, нет, он из этих. Да, окей. Да, пожалуйста. Ой, сынок. Ну, конечно. Да-да-да. Прелесть! А есть вообще смысл его сайленсить-то? Он не выхилится случайно? Я не помню, как эти механизмы работают. Если у него 3 хп, у него же не может стать 4 хп. То есть, если у него 3 хп, которые остались после бафа. То есть, у него было 7, у него было 8 хп. Он снизил до 3. Если я накину сайленс, у меня такое ощущение, что он вернется к 4 хп. Легкое такое ощущение есть. Выхилится. Вот и я думаю, что выхилится. Но это, в принципе, не то чтобы проблема. Надо подумать. Ну, это просто трата сайленса, конечно. Просто нет. Не выхилиться. Написали уже. Ну ладно, мы уже не узнаем, к сожалению. А вот друиду придется либо размениваться, либо куснуть на 6. Нет, он просто разменялся. Как тебе Better Call Saul? Better Call Saul. Нет, еще не смотрел. Better Call Saul. Ну, мы себя здесь хорошо чувствуем, потому что у друида примерно вообще ни одной карты нет. Что мне делать, если у меня меньше двух извилин, и я не понимаю половину происходящего? Привет, ну, начни привет, с какого-нибудь казуального, это уже устоявшаяся шутка. С МТГ начни, а потом уже и ХС начнешь понимать. 89 QN, 85 MN. Третий месяц подряд мы с радостью и абсолютно с незаплетающимся языком зачитываем этот ник. И благодарим человека за поддержку. Окей. Ах, ХС опять завис, поэтому пока не отвистит, не буду дальше стримить. Зачем? А чего? Сидим и молчать буду. Звони там, Blizzard, жалуйся кому хочешь. Да, человек... Да, обмани, как и обещал. Звони кому хочешь, пусть чинят. Танюша проиграла. Ах, Танюша, рип. Риппен пиперини. Нет, ну в этот славный праздник можно и Танюшу унизить так-то, если... Нет, ну если, конечно, ее заводит, когда ты ее унижаешь. Возможно, даже в ХС-ке. Я... Совсем там офонарели? У меня, блин, тут 3000 зрителей сидит, столы заняты! Вы только посмотрите, кто пришел! Может, там реально что-нибудь качается, торрентики? Нет, все выключено. Ну, кто пришел? Я пришел. Так-то. Андуин! Утер! Я буду сражаться с честью. Свет дарует мне победу. Все, реролим. А, какие твои любимые герои DC? Ну, всякие вот эти вот, блин. У меня это очень емкое слово, я не знаю. Мне хочется тешить себя мыслью то, что я изобрел это слово, но, конечно же, это был не я. Турбошлюхи. Соответственно, в DC черная канарейка, охотница, вот это вот все. Ну да, Гизи, нормальные дамы. Супергиол, пауэргиол, такая себе нормальная дама. Портал призыва.
Да, это плохо, потому что я не убиваю. Учитывая то, что он сыграл через монетку, сейчас все быстро может выйти из-под контроля. Окей. Плохо. Кто лучше, алхимик или лидер? Лидер на халяву умрет. Алхимик тоже, но... Лидера немного больше пользы можно извлечь. Ладно. Но с другой стороны, с алхимика тоже можно пользу извлечь. Что-нибудь там типа выхилить. Ладно, сейчас. Сейчас разберемся со всем этим. Мурлоки. Нельзя паладину инициативу отдавать, конечно. Раш паладин. Не знаю насчет раш паладина. Отвесит ли Танос люлей мстителям в третьем фильме? Ну, как бы Марвел фильм, то есть злодей в итоге все равно сливается. Это понятно. Но учитывая то, что третьи мстители будут разбиты на две половины. Возможно, в конце первой половины он кому-нибудь все-таки люлей пропишет. А потом абсолютно потрясающий, как всегда, конечно, сольется. Что поделать. Братан, будь топ-донатером моим, а то на комп нору не могу собрать. Привет, стримы с телефона привет, смотрю. Привет. Чё? Я не знаю, прости, я слишком занят с подписчиком. Acid. AGFC. Acid Fucks Psy. Я думаю, правильно ник прочитал. Спасибо большое за подписку и за поддержку стрима. Апсиксикф! Крыло, что? Чё за грязь? Окей. Так, ладно. Камнедробов и лидер рейда. Но вдвоем они кое-как разбираются, потом Штормград выходит и добивают. В одном из своих видосов ты говорил, что все достоинства сериала Шерлок Холмс с Камбербэтчем перечеркивает один минус. Что за минус? Я не помню. А там никакой тематической картинки по этому поводу не стояло? Не знаю, какой бы я сейчас назвал минус у Шерлока Холмса. В третьем сезоне сюжетные твисты ради твистов, то что не очень хорошо, честно. Давай лицо, братан, что может пойти не так? Не могу сейчас вспомнить. Блин, овца. Лол. А как играть-то? Не, ну овца это полный бред же, а? Русская озвучка, да, хороший минус. Но я без озвучки смотрел, естественно. Овцу и вождя? Нет, это бред. Можно карту потянуть. Ну не в этой ситуации. Блин, ну мне не нравится. Ну, озвучка плохая, мне понравилась. Потому что озвучка всегда в 90... Ну, как 99... В 100% случаях озвучка хуже, чем оригинал. Поэтому, блин, заткнись и смотри оригинал уже. Давай объективно подходить к этому вопросу. Овцу и тяни карту. Ты сериалы без звука смотришь? Нет, я сериалы со озвучкой смотрю. Нет, я сериалы с субтитрами смотрю. Окей, почистили стол, при этом полностью потеряв инициативу. Супруга дракона. И бдение. Я сильно позади. У него еще меч с двумя зарядами. Все плохо.
Штормград не спасает. Ну, долбозавр немного спасает. На самом деле нет. Ничего не спасает. Прям вообще. Прям супер плохо. Ну, твою мать. Кто-то ранен? Хорошо. Ностальгия Критик или АВГН однозначно? Ностальгия Критик. Ностальгия Критик. Почему на Амедии Игру Престолов смотришь с озвучкой? Нет, там тоже субтитры есть. В оригинале смотрю. За орден! Это тоже плохо. Блин, ну меч, конечно, сильное преимущество на арене дает. Жаль, что в прошлый раз я не смог реализовать меч, потому что примерно слил все игры. Или нет, две, что ли? Озвучка Warcraft 3 лучше оригинала. Ну, да, возможно, и в принципе и в Хейсе тоже озвучка неплохая. Назовем это так. Плохо. Еще хуже. Как же озвучка Человека-паука 90-х. Ну, мне правильно указали на то, что озвучка там более-менее. Точнее, я недавно пересматривал Паука 90-х в оригинале, как бы там периодически переключаясь на озвучку, чтобы послушать разницу. Очень много перевирали. То есть практически все шутки из оригинала были убиты. Мы еще живы каким-то образом. Практически все шутки были убиты, типа там что-то. Когда он идет по канализации, если в оригинале там что-нибудь говорилось, типа здесь что, Халк живет, у нас казалось бы что-нибудь типа здесь что, монстры? Ну, в общем, понятно все. Ну, братан, дай хоть какой-то шанс отбрехаться. Ну какая печалька. Привет, привет, привет. Вот мне нравится то, что хоть ники легкие пошли, а то в игре все плохо. 09-00-61, второй месяц подряд подписывается и радует нас загадочным. Прикинь, блин, через полгода узнается какая-нибудь страшная тайна, за каждой этой цифрой скрывалось. Общее количество моих побед на арене, что-нибудь такое. А, кстати, все-таки на 9 мая были-то эти на параде? Вот эти вот роботы-то, которых собирались. Роботы-аватары. Блин, гребаные куски болванки. Куски болванки, на куски металла на квадратках дистанционно управляемые были. А в сабах не перевирают? Ну, я достаточно хорошо... Ну, твою мать. Ладно, я проиграл, окей. Я достаточно хорошо знаю английский, чтобы понимать, когда перевирают и оригинальный перевод. Узнавать. Я проиграл. Силовой танк не спасет, ну вообще. Кольца света нет. Ну посмотри, посмотри, просто... Просто без шансов. Ага. Окей, вот. Какие еще страны, кроме России, устраивают парад? Никакие, потому что армия действующая, функциональная, функционирующая, работоспособная, есть только у России. Поэтому весь остальной мир и объединился, чтобы нас свергнуть. Они боятся нашей армии. Очевидно. Учи историю, блин, разбирайся в геополитике. Дарует мне победу. Дело сделано. Пишут тут всякие. Не, ну так-то, блин, приятненько, что пишут. Окей. Какие-то профессиональные ходы пошли. Он прям знает, что что-то не так. Мне бы трога бы. Но ты сам ничего не сможешь разыграть. Спасибо. Потому что не надо. Ну да.
Так-то, конечно, убьет. Но чтобы прям добить, ему нужно будет еще и... Ему будет нужно еще и вспышечку. Ну, чё за трэш вообще просто? Так никто не играет. Никто на трога не... Что? Я не могу это сделать. Окей. Не совсем понимаю, конечно. Сакральные вот эти вот смыслы, вложенные человеком в эти... Что? А, в лицо. Ну так-то да, лицо. I go face every time. I really like to go face. When I not go in face, I become really sad. That's why I go face 100% time of my life. Ну давай, удачи тебе. У нас на 9 мая хренолёт с камерой летал. Ну сейчас повсюду квадроциклы. Квадрокоптер. Квадроциклы повсюду по небу летают. Грёбаные квадроциклы, хорош летать по небу! Ну, ладно. Потратил там 2 фрестболта, еще что-то. Вполне себе такой плей. Проклятые готовы. Выкладываем всяких немощей, потому что наверняка на скиллстрайк нарвемся. Это не проблема. Как тебе Биошок Инфинит? Ну, блин, шутан. Переоцененный шутан с фальшивой пластиковой героиней, которой не веришь ни на секунду. Ни на секунду своего времени. Ни одной эмоции. А, подписчик. Гаминг Голд. Гейминг Олд 8-бит, возможно, да? Олдскульный подписчик. Спасибо большое за поддержку стримов и за подписку, братан. Муа. Закончим ход. Блин, ну вот насколько была Элли хорошо проработана в Last of Us, насколько тонкий вообще персонаж. Ну, блин, ну там проще, конечно, она просто девочка. И насколько скучная Элизабет. Ни на секунду ей не доверял я. Ни на секунду я не поверил Элизабет. Окей. Какой хороший ход. Бафнется от этого? Мог бы бафнуться! Дебил! Ну... Чё-то я немного... Интересно. Топовый плей, всем тихонько там сидеть. Бука-кэч! А мне точно... Я, по-моему, себе забыл второе поражение вписать, нет? Ну так, немного совсем забыл. Нету нормальных никаких плеев. Чушь всякая пришла. Какая-то дичь. Вот тебе и привет. Ничего хорошего, никакого праздника. Так вот. Гуфен такой рачило? Нет, я профессионально сыграл. Там ты скучные эмоции в Лизабет было, будь здоров! Да. Ну такая, знаешь, она на уровне, блин. Ну понятно все с магами. Чё, прям 3-3 что ли будет? У меня тут топовые карты остались, прям. Ой. Где-то так. Потерял темп. Да, ты знаешь, темпа немного не стало. А как выиграть-то? Смайлик должен окупаться. Есть мнение, что Смайлик окупился, потому что... Никаких ходов. Ничего у меня. Как тебе рул 34 с Элизабет? Ну, это единственное вообще, что вытягивает Элизабет из пучины.
пучиной. Эй, иди, иди. Окей. Пойдем. Забей на Хардстоун. Пойдем окупать смайлик. Вот что я думаю. Не знаю, где все пошло не так. Я же хорошо, он же плохо разменился. Я хорошо разменился, он плохо. А потом пришел флеймстрайк. А потом у нас в доме появился флеймстрайк, и мы с женой перестали друг на друга смотреть. Особенно, когда я посмотрел то, что флеймстрайк большой и черный. А я был маленький и белый. Так что она явно не от меня флеймстрайк в дом принесла. Дали хуже, чем за две победы. Типичный Хардстоун. Ну да. Вполне себе редкая карта. Давай для виду сыграем, что ли, один ранкет, пока я там немного понастраиваюсь. Чё, Miracle Pip? Окей. Не зря я неделю не катаю арены, а коплю на Таурисана. Да, Таурисан очень хорошая легендарка. Первый квартал все карты практически используются, поэтому первый квартал Черной горы спокойно можно покупать. И не беспокоиться ни о чем. Хорош! И... У тебя дед воевал, скорее всего, воевал. Не особо не интересовался. Победа или смерть. Понятно, что всех затронула война в любом случае. Я не помню, как играть. Ереван Get in Here. Давай так оставим. По мне, так вполне себе хороший мув. Вполне себе хорошая рука. Я бы даже сказал. Заболел, где плей, где победы. Ну, для побед нужно было прям на острие прогресса быть. Каждый день нужно было стримировать, а я тут что-то как-то подрасслабился. Ладно, мы наверстаем обязательно, друган. Мы с тобой, ты и я. Мы вода, он земля. Ну, в смысле, Атилла. Чё? Окей. Пора, боже, давненько. Пропустить было бы ход. Я им покажу! Я им всем покажу! Ну так-то покажи, конечно. Я, кажется, знаю. Я, кажется, знаю, что это за плей такие. Это отражёнка. Это стандартный мехмаг. Абсолютно просто. Да, рези в зубах стандартный. Даем ему одну карту. Посему донат дня не такой, как донат месяца, спрашивает человек транслита. Потому что донат месяца, он может складываться из нескольких донатов. Понимаешь, как полноценный человек может складываться... Из мужика и... Привет, привет. Ну, прям рашить меня будешь? Ну, это так себе. Да-да-да, сначала выкладываем, потом тянем карту. Все правильно. Ладно. Пой флаги. Ну, я, кстати, на этой неделе как-то флаги не слушал, поэтому уже все забыл. И у тебя больше нет друзей. Мобильных мужичков тоже нет. Да, копируй, не копируй. Кричи, не кричи, тебе меня не найти. Беги, не беги. Да лицо, лицо, правильно. Мах, мах не тупой. Мах, но уступит. Мах лицо. Ну да, удачи тебе. Научите меня тащить, говорит человек. Ну вот смотри, делаешь вот так. И становится немного повеселей. Девять карт. Не помню,
не помню, юзается ли... Ну, браток, ты чё? Не помню, юзается ли в этой колоде Flame Strike? Или это я сам ложил, когда я мехмагом тоже играл? Зен! Сюда! Ну да. А можно мне рывчунью? Можно мне бабу с рывком? Это профессиональный термин. Не-не-не-не-не, нечего, нечего спасать. Ого. Ну, кстати, он, блин, похуже. Ну, не то чтобы прям. Ну, так-то да, навались. Броня на заказ. Я творю, он не вмещается уже, лол. Ну! Ну, это специально! Там Flame Strike, господи. Зачем, зачем? У меня, блин, под громаш активатора нет. Лол. Ну да, Flame Strike. Зато молотками накидал. Пофигу вообще. Вообще пофигу. Топ-плей просто. Да, я знаю, плей был очень хороший. Мне самому понравилось. Да боль-то да, боль-то поговорит. А что тут делать-то, как играть? Не. Агар-агар это что? Агар-агар это естественный загуститель. Природный желатин. Может... Даже не спрашивай меня, откуда я это знаю. Тебе ответ не понравится. Тянем карту. Во! Во! Да, нифига. А ну как бы все равно, во. Ладно. Сейчас выходи сюда. Вайзека не будешь больше играть? Ну, кстати, Вайзека я достаточно мало во второго наиграл по сравнению с первым. Но очевидно, когда ты в первый Вайзека уже наигрываешь. Около... Сколько я там наиграл? Там 150 часов я наиграл в первого Вайзека, а во второго всего лишь там 30 примерно. Это все понятно почему. Потому что все-таки игра-то по факту одна и та же. Как тебе Ковинский? Окей. Ой, я хочу, мне пофигу вообще. Мне пофигу. Я не знаю, что произойдет. Миман не хватит, вот что произойдет. Почему игноришь? Я могу обидеться. Я не знаю, как выигрывать. Да, еще и маны не хватает. Ну что началось? Да, мне понятно. Ну объективно! Ну объективно все будет хорошо! А? То есть я в итоге похилял мужика и все. А-а-а!
Как бы ты перевел слово «эйс», кроме значения «туз»? Ну, «ас». Как еще? Ну, блин. Сейчас уже не вспомню. Мне подарили сегодня «Old Blood». Это норм? Это норм. Когда еще его давите, давите, если не сегодня. Я что-то там типа проиграл. Какие гоблины, что за колода? Свет защищает меня. Ого! Что? Ты ж мехмаг. Откуда у тебя взялись другие карты? Ты ж мехмаг! Я не хочу больше играть. Отстань от меня. Я неправильно сыграл. Окей. Бери лопату, пошли копать биткоины. Да какие биткоины у меня тут? У меня тут профессиональные игры на стриме намечаются. А, вот почему Aces, возможно, был. А как ты узнал, ты чё, колдун? Хопа! Опа. Ну так-то да, почини. Ну я проиграл, окей. Ну все, я выиграл. Или нет? Скорее нет, чем да. Надо было карту потянуть. А я успею залицевать его, если что? Это по ощущениям не очень. 9. Мелень считать. 5, 11, 17. Окей. Да неужто я успею? Танки уже повсюду мерещатся, пишет человек в чате. Ну да, прям... я не знаю, какая будет наша игра на 9 мая. Ой! Никакой. Да не, я выиграл. Ну, объективно. Да не-не-не, не найдешь. А. Эх. Так вот, да, друзья, на этом мы заканчиваем. Практически скатившись обратно куда-то там в пучины 15 ранга. В топовое. Мы заканчиваем на этом официальную нашу...